Всем-всем наидобрейшего. Наидобрейшего всем утречка. Бусечка пришел даже сказать здравствуйте, да? Выполз из норы, выполз, наш редкий гость. Фей, а ты сразу же мячик охранять, оно тебе надо. Оно тебе надо с утра пораньше, а? Вот он, мелкий зверь, а такой прыгучий. Прыгучий и могучий зверь. Да, а тут кто хвостом машет? Еще сонный ребенок, еще ребенок сонный. И ты сейчас... Это что мы уже рычим? Это что это он на тебя рычит? На ягозушку, красивую мордушку. Доброе утро, разве так желают сестренки любимые? Ой, и папка рядом. Ой, папка, сейчас на тебя нападет стайка милоты. И зацелует тебя, и закушает тебя. Все с тобой сделают, да? А тут что за маленькая прелесть? Тоже все. О, здесь серьезные у меня тут девчонки такие. Хрюкает оно, сидит чудо белое зефирное, да? Скажи, я только проснулась. Я еще скажи, все такая сонная вся. Лялюшка укладывается. Укладывается обратно спать. Скажи, я еще поспать бы рада. Да, лялюшка? Скажи, ты сейчас малышня начнет со мной играться, баловаться. И не дадут выспаться мне, да? Вот они уже бегут мамку одолевать. А как мамку такую хорошую не одолевать? Заботливую мамашку. Самая заботливая добрая девочка у нас. Да. Папка их ругает, говорит, хватит молоко лопать. Нет у нее уже молока. А вы все пристаете, да? Аж чавканье какое. Ой, два балдежника маленьких. А кто самая сонная девочка? Кто у нас тут самая сонная девочка на своей любимой подушке? Да. Тихонько почеловал пришел. А Милуська сейчас может и зарычать. Она у нас прямо строгая какая-то дама стала. Дама строгая, очень. Только мне разрешает ее гладить, остальные отстаньте от меня и не трогайте меня. Смотри, Шихонь, нарываешься. Вон она даже рыкнула. Рыкнула, но все равно всем желает доброго утра и хорошего настроения. А мы всех целуем, обнимаем и прекрасного вам дня желаем.